Всем привет-привет! Мой обзор покупок по каталогу номер 18 компании Faberlic. Последний каталог в этом 2023 году. Вот так каталожек выглядит. Здесь идет презентация шикарнейшего ухода за кожей лица. Королевский уход, называется Bee Royal, то есть королевская пчела. Здесь идет в составе 24-каратное золото, представляете? И, конечно же, мед, медовый экстракт. Ну, шикарнейшая серия. Слушайте, здесь вот все настолько эстетично, действительно люкс. Вот такой тяжелый, красивый, добротный люкс, который охота держать в руках, пользоваться этим. И вызывает вот просто восторг от самих баночек, от самих текстур. И я представляю, как это все будет действовать на кожу лица. Поэтому я, конечно же, купила всю серию, которая здесь у нас представлена. И сейчас тестирую и буду делиться, конечно же, своим мнением. Ну, королевский уход – это действительно так. И я сейчас вам покажу, какие это баночки. Ну, здесь вот просто вот слов нету, потому что настолько прекрасная серия. Вот те, кто любит люксовый уход, вот эти все баночки, все продумано до мелочей, вот это как раз в этой серии Bee Royal. И начинаем. Вот такая коробушка пришла заказа. Это не весь заказ, потому что это будет видео часть моего заказа, потому что у меня еще идет в пути два заказа из чата совместных покупок. Сделали заказ, поэтому я жду, когда на ПВЗ на следующей неделе придет, я выкуплю, сделаю точно так же обзор, покажу, что люди купили, и покажу еще дополнительно, скажем так. Итак, у меня здесь сверху лежат пакетики. Посмотрите, вот это пакетик новогодний формата S, маленький. Но какой же он прекрасный, да? Просто стильные такие пакетики, очень интересные, новогодние, вот стильные, прекрасные пакетики. А еще есть вот такие вот котейки. Это размер уже M идет. Да, по-моему, так. М и М. М и С. Да, все-таки так. Все-таки так я брала. А давайте сравним. Войдет каталожик вот в этот. Да, входит. То есть в этот вот входит, а в этот маленький высочку не входит. Ну да. А вот эти вот котейки тоже интересные. Такие веселые. Можно сделать интересные подарки. Из новинок. А любимая серия Beauty Cafe пополнилась еще и теперь клубничным макароном. Это я взяла крем для рук в подарок за заказ. Подарок за заказ. Шикарный. Даже не буду открывать, потому что жду себе, чтобы уже не нарушать целостность упаковочки. Но представляю, здесь вообще вся аппетитная серия. Невозможно устоять, все живое такое. Хочется это все скушать. Появилась новиночка из серии по уходу за лицом коллаген О2. Я сейчас как раз пользуюсь полностью этой серией, она у меня заканчивается. И я перехожу вот на этот королевский уход, антивозрастной уход для возрастной кожи Bee Royal. Но здесь я взяла себе масочку, коллаген О2 из этой серии, который стимулирует выработку коллагена естественного. Здесь низкая молекула коллагена, потому что обычно коллаген, он тяжелая молекула. Но здесь в лаборатории Faberlic добились того, чтобы низкомолекулярную молекулу добавить во все кремы, и чтобы она проникала в глубокие слои кожи, тем самым стимулируя выработку естественного нашего коллагена, который находится в нашей коже, и дополнительно еще и несет кислород. Кислород насыщает кожу активным кислородом, кислородом О2. Вот вся такая великолепная серия, которой я сейчас пользуюсь. Она у меня как раз уже тоник закончился, поэтому я выписала себе
тоник из серии Реноваж, потому что в Бироэл нет тоника, к сожалению, только кремики. И вот уже начала пользоваться, открыла и начала пользоваться этим тоником. Итак, смотрите, что же интересного из заказов у меня заказали. Это серия Гардерика, стволовые клетки данного растения. Шикарно, шикарная серия. Не буду открывать, показывать, потому что это заказ. Заказ, и я его не могу нарушать. Только скажу, что прекраснейшая серия по уходу за лицом. Антивозрастной уход из доступной серии. Серия рабочая. Я ее тоже пользовалась. Мне она очень нравится. Особенно мне нравится кремушек для кожи вокруг глаз. Очень интересный, очень нежненький. Такой выдавливается так с дозатором. Он там кругленький флакончик. Вот. Но интересная серия. Достойная очень серия по уходу за кожей лица. Стволовые клетки растений, которые стимулируют работу и коллагена, и всех жизненных функций нашей кожи. Борется с предотвращением морщин. Зубную пасту взяла. Она так интересно, слушайте, называется миствак и мята. Вот я думала, что же такое миствак? Вот это вот какое-то растение коричневое. И думала, не очень такая интересная будет паста, но она сладкая. Слушайте, там мята вообще не ощущается, она сладкая. У меня даже ребенок сказал, замечательная, мам, паста. И рекомендую. Так что вот, с кислородом. А-та-да-дам! Шикарнейшая палетка. I wish. Слушайте, два каталога. Я ее не брала. Смотрела, листала каталог. И как-то мне вообще она не зашла. Вот в каталоге она мне, честно, не зашла. Пока я ее не увидела вот воочию. Вот так же в видео, когда показывают, открыли. Вот так она в каталоге выглядит. Ну вот как-то вот мне оттенки не очень, как-то вот, ну, не упал взгляд, скажем так, на эту палеточку. Ни в новинках я ее предварительно не купила. Вот как-то не пошла. Палетка для теней. Сейчас по каталогу она стоит 1199 рублей. А я ее купила вообще за 800 рублей. Да, потому что я ее купила как VIP-консультант со скидкой 70%. Вау, это же вообще супер. Итак, потрясающая палетка. Я наконец-то ее купила. Вот она, 20 теней. Ну, ой, убежала вкладочка. Ну, какие шикарные оттенки, друзья мои, вы только посмотрите. Когда она вживую, когда вживую видишь ее, это вообще сказочная палетка. Здесь и мерцающие. Я вот сейчас как раз сводчи делала, выложу видео отдельно по сводчам. Вот это вот две штучки, это спарклы. А вот эти вот, они вот, вот такие красотульки. Посмотрите, какие красивые оттеночки. Ой, ну тут вообще, конечно, супер. И есть здесь матовые. Матовые есть. А есть глянцевые с шиммером. Ну, я просто, когда ее увидела вот так вживую, конечно же, я ее сразу себе положила в заказ. Еще и как VIP-консультант со скидкой 70%. Лимитированная коллекция. Я считаю, что вот эта вот палеточка должна быть у каждой девушки в этой косметичке. Успевайте купить, пока она есть в наличии. Потому что лимитированная новогодняя палеточка I Wish. И она скоро просто закончится, и все. Ее разберут и будут пользоваться счастливчики, самые счастливчики. Итак, артикул у нее, сейчас скажу, 55980. 20 потрясающих высокопигментированных оттенков, которые матовые, перламутровые, сатиновые, мерцающие, металлизированные. Это как раз спарклы. Вот. Взяла крем Блюр. Для шлифовки.
для макияжа, для шлифовки. Слушайте, шикарный. Вот он на ура у нас идет. И кто один раз попробовал, то есть понимает, что действительно блюром он не просто так назван. Он настолько вот блюрит лицо для макияжа, то есть перед тональным кремом я наношу вот этот вот блюр. Так, давайте сейчас покажу. Беленький. Ну, так его не увидеть, его надо видеть, когда уже вот он, когда я его наношу, и чувствуется, что вот он так вот выравнивает текстуру кожи, делает идеально ровной, без всяких погрешностей. Та-дам! Щетки. Куда без щеток? Без щеток зубных. А это я взяла охлаждающий гелевый пластырь для тела. Мгновенный охлаждающий эффект. Ну, то есть, если вы занимаетесь спортом, устают мышцы, да, чтобы вот это снять статику мышц охлаждающие. Если голова заболела, эти пластыри можно прилеплять на лоб. То есть, снимает головную боль. И вообще все вот эти пластыри серии Активити мне очень нравятся за то, что они работают. Уже проверено на всех членах семьи, и когда у нас заканчиваются и мозольные пластыри, и разогревающие, и вот я теперь уже в аптечку купила охлаждающие пластыри, они все работают. С рабочим эффектом, это не выброс денег, это действительно рабочие лошадки, которые вот так вот они находятся. Видите, он такой же бирюзово-голубоватый какой-то там пластырь. Его достаете из упаковочки, здесь вот надрывается, и прикрепляете к нужному участку тела. Сейчас посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5 штучек в упаковочке, 5 пластырей. Отдельно упакованы они герметично, 5 пластырей, которые вот в аптечке домашней обязательно нужны. Вот, охлаждающие пластыри. Что у меня еще здесь? А у меня тут мешочек, мешочек, мешочек со всяким добром. А сейчас добро покажу. Слушайте, шикарный лак. А это детский лак. Это я ребенку купила детский лак. Безопасный. Сразу говорю, безопасный лак 3+. Можете смело брать своим красавицам, но я не буду сейчас наносить, потому что у меня есть, и вы не увидите оттенок. Он такой вот прям под цвет кожи. Фокус в нем. Его не надо снимать специальным средством для снятия лака. Достаточно теплой водичкой намочить, и он пленочкой снимается. Ну, то есть деткам вот самое то. А посмотрите, какое сердечко. А лепота такая, слушайте, прелесть. Вот своей моднице купила. Ну вот я на поверх лака, видите, я вот сейчас нанесла, вот он как раз такой вот розовенький, красивый розовенький под цвет тела. Так, что еще у меня здесь? Блеск из новиночек. Блеск. Давайте, так, чего я тут открою? Нет, закрытый, закрытый, закрытый. Герметично все закрыто, и не подлезешь. Не подлезешь и не понюхаешь, и не попробуешь. Ну, вот, в общем, вот такой. Покажу отдельно. А тут у меня добра, добра, добрища. В общем, это все для макияжа. Новиночки. Вот эти 5 карандашиков. Это карандаши для контура губ. 5 штучек разных, коричневых. Следующие, так, тадым-тадым, каялы у меня тут. Каялы, каялы из серии халяль. О, я все, что ж про них думала, нужны мне или не нужны мне. Но все-таки поняла, что нужны. Я их купила. Все 4 оттенка сделаю, конечно же, на них сводчи. Так, а этот и этот. А этот каким-то интересным отдельным рисунком выведен. Вот, видите? Вот я вот это вот имею в виду. Здесь они все, значит. А, так я их просто не вижу в темноте. Этот вот фиолетовый, зеленый должен быть, черный. И вот этот вот самый светлый. О, разобрались. Так что они тут все есть, оказывается, в цветах. Так, вот это из серии халяль. Стандарт, да, халяль. А вот это подводки из серии I-Wish.
Вот они они. Вот она, вот эта вот подводка, подводка-лайнер. И вот эти вот все три цвета. Вот они должны быть, и я их, конечно же, тоже сделаю на сводче. Они все настолько хорошо закрыты. Смотрите, их просто не откроешь. И это здорово, потому что идет лайнер, а он высыхает очень быстро. Поэтому компания позаботилась о супергерметичной упаковочке вот этих лайнеров. Поэтому смело берете, никто не вскроет, нигде, ни на пункте выдачи, нигде нет возможности вскрыть, пока ты сам этого не сделаешь. Видите? И вот эти вот халялевские тоже карандашики, там карандаш, не лайнер, и он тоже вот очень герметично закрыт, что я его не могу открыть. Он прям до самого конца. Вот он. Отсюда и до сюда все, вот отсюда до сюда все закрыто пленочкой. Все закрыто пленочкой. Так, идем дальше. Идем дальше. Каталожики. Каталожики следующего периода. А презентация будет. Я уже вам показывала новинки косметики по уходу за домом по-корейски. То есть, а здесь будет забота о доме по-корейски. Это будет уже первый каталог 2024 года. Я вставлю сюда ссылочку, где я подробно рассказываю о каждом продукте. 5 продуктов по уходу за домом и стиркой. Там я как раз показываю полноразмерные продукты из этой серии. А еще у нас в новинках появилась умная паста из серии Нечаев Family Club. Вот она. Вот она тоже на фотографии в каталоге и на сайте. Вот кажется, вот такая маленькая упаковочка. Я когда получила и открыла, так это ж полноразмерный продукт. Вы посмотрите. Посмотрите. Сейчас скажу, какой у нее вес. А вес-то должен быть тоже серьезный. 400 грамм это точно должны быть. 4 злака из цельного зерна. Твердая пшеница, овес, ячмень и рожь. Полезная паста для контроля веса. Ну, вообще для всей семьи, скажем так. Артикул 15873. Варится 10 минут паста. И сейчас скажу, вес у нее, да, 400 грамм. Это новые продукты. Я не покупала соль и не покупала кетчуп. Куплю в следующем каталоге и покажу вам. Вот так они выглядят, полезные продукты. Кетчуп, умный кетчуп и полезная соль. А это, собственно говоря, вот эти макарошки. И я взяла их в мешочки здесь. У меня 2 штуки на пробу. Ну, я и брала-то за 55 рублей. Слушайте, они были по акции 55 рублей. Думаю, какие-нибудь маленькие, наверное, типа, знаете, магазинов вот этих роутеров. А они-то оказались вот такие вот гиганты, 400 грамм. Ну, я и взяла 2 штуки за 55 рублей. Это была просто промо-акция для консультантов, которые, VIP-консультанты, которые делают от 100 баллов, и там новинки шли как раз, по-моему, по VIP-консультантам. По 55 рублей, в общем, одна упаковочка. Супер! И кофе. Кофе Нечаев Family Club. Мне очень нравится вот этот сублимированный кофе. Я его постоянно беру, и здесь я тоже его тоже взяла. Ну и переходим еще новиночки из серии «Кто любит корейский уход?». У нас есть целая серия, называется ICU. Я в восторге от гидрофилевого масла. Я сейчас им как раз снимаю самый такой стойкий макияж. И вот сейчас вышел жемчужный крем для умывания. Вот такая вот упаковочка. Жемчужный крем для умывания с муцином улитки. Я его протестировала, попробовала. Скажу, да, он не сушит, но скажу, что для снятия вот косметики с кожи глаз не рекомендую, потому что снимать он снимает, но он начинает сушить вот эту деликатную зону, зону вокруг глаз. Поэтому однозначно для снятия кожи вокруг глаз, косметики кожи вокруг глаз, что попало, говорю, для снятия макияжа с кожи вокруг глаз пользуемся
либо гидрофиловым маслом, либо специальным средством для снятия макияжа с кожи вокруг глаз. Вот это не подойдет. Сильно будет сушить. И поэтому будут появляться морщины вокруг глаз. А нам это не надо, потому что мы будем потом покупать крем для предотвращения морщин вокруг глаз. Поэтому специальный уход. А так, очень интересный, очень нежный кремушек. Снимает макияж. Не сушит он кожу. Вот у меня, несмотря на то, что у меня жирный тип кожи, нормально, комфортно. Я говорю, дискомфорт я почувствовала только вот в районе кожи вокруг глаз. Но я просто взяла и умылась. Думаю, сейчас я проверю, как оно будет. Нет, вот для глаз однозначно не идет. А просто умываться отлично идет. Так, из новинок. Сейчас у меня тут упаковка производственная. Детский шампунь. Шампунь и гель это из новинок. Вот такая маленькая бутиляшечка. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Точно. Цитрусовый аромат. Да. Это детский крем. Что попало? Ну, гель-шампунь. Шампунь-гель. Ну и та-да-дам. Переходим к самому волнительному, к самому хорошему. Это же новинки. Новинки серии. Серии Be Royal. Вау. И это вот все, что я купила в этом каталоге. Вот, крем дневной, ночной. Я еще даже не распаковывала. Представляете, насколько я вот терпеливый человек. Я только сыворотку распаковала. Потому что если я сейчас распакую, то я тот уход я отодвину на второй план. А мне надо его добить, потому что там осталось уже чуть-чуть коллагена О2. И потом у меня будет вот эта шикарная серия. Скорее всего, я начну Новый год вот с этой королевской серии Be Royal. Покажу сыворотку. Ну, сыворотка – это вообще песня. А что здесь? Крем для умывания, крем для кожи лица дневной, ночной, кремушек для кожи вокруг глаз. И покажу, потому что, ну, сыворотку я открыла, сыворотки. Я вообще фанат сывороток. Во, смотрите, какая прелесть. Вау. Шикарная. Ну, тут такая консистенция, тут такие ингредиенты. Пам. Вот какая, видите, она какая густая, сыворотка. И просто восхитительно. А как она быстро впитывается. Друзья мои, ну это просто сказка. Тонкий-тонкий аромат. Вот прям едва уловимый. И что у меня там еще есть? А у меня тут еще есть календарики на следующий год. Календарики запаслись 100 календариками на следующий год. Я вот два купила в подарок. И вот же еще из этой серии золотая масочка. Маска, да, для лица. И тринс. О, три. У меня три маски из серии коллаген О2. Гидрогелевая маска для лица. Серии коллаген О2. А это маска для лица. Вот такая. Хани. Так, и что? Ну и последние два продукта из большого моего заказа. Ребята, у меня правда большой заказ. Еще там идет заказ. Из этой же серии из Beauty Cafe. О. Ага. Гель. Гель для душа. О, гель, да я теперь понюхаю. Слушайте, у меня тут такой аромат. Клубника. Клубника, живая клубника. Вот правда, ну серия, так и хочется скушать все. И еще, па-бам, палеточка. Палеточка, шикарная палеточка. Это румяна. Румяна, ну какая палетка. Слушайте, ну супер. Супер. Супер, 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 супер. Вот, смотрите. Смотрите, какая красота, да? Чик, можно все пять смешивать и наносить румяна.
можно какой-то один. А можно иметь эту палетку и просто делать макияж. И для глаз она подходит, и для румян. Рекомендую. Однозначно. Шикарная из серии Glam Team. Палеточка. Тут такие оттенки. И где мизинец? И вот последний. Хайлайтер. Прелесть, правда? Шикарно. То есть она тоже необходима каждой в косметичке. Все. Поберлик Glam Team. Артикул у нее 6433. Все, друзья мои. Весь обзор на 25 минут. На 26 даже. Все. Это календарики. Все показала, все рассказала. Это был первый обзор 18-го каталога. Будет еще. До новых встреч. Оставляйте свои реакции, делитесь моим видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Кому как нравится, все пойдет. До новых встреч. Пока-пока.